Всем намасте, меня зовут Настя. Сегодня у нас мукбанг сэндвичи, оливки, да, с лимоном, какао и соус песто. Вот я буду поливать сэндвич. Еще вроде не испортился. Тесто в калине-малине беру. Он без сыра. Вот. Так, одни сэндвичи у меня вот с колбасой, одни с тофу. Колбаса веганская, постная. Ну, веганская. Острые, вот эти острые. Это не острое. Сейчас расскажу. Это вообще мое любимое наполнение, что я всегда туда кладу. Подушку брать. Угу. Значит, майонез. Ну, так и понятно. Майонез. Сыр. Веганский. Лук репчатый. Сыр, лук репчатый. Огурец свежий. Листья салата. Вяленые томаты. Морковка по-корейски, и уже тофу, и соус барбекю, и хлеб. Любимое сочетание. Острым шрирача. С лимоном. Вкусная. Соленый со сладким. Сочетается хорошо. Я на неделе сняла мукбанг с салатом Цезарь. Но так получилось. Ну, в общем, там... Блин, я просто не знаю, рассказывать, нет? Ладно. В общем, мне там и позвонили. И собака забежала. И еще. В общем, у меня какая-то полоса в последнее время. Невезение. И сюда можно поставить. И я, конечно, сорвалась после видео. У меня был нервный срыв. Я уже не знаю, как монтировать, а вырезать в середине. У меня был нервный срыв, все. Потом я поспала часик, пустила. Села, скачала какую-то программу. Бесплатную для монтажа. В общем, весь день этим занималась, вроде как там читала, разобралась. А вроде все вырезала. А потом начала просматривать и поняла, что... Ну, у меня вот же есть оригинал передо мной. Просто лежит. И я вот сейчас смотрю то, что я сделала.
Все на рендер поставил, все сделал, сохранила. И смотрю, что у меня цвет вообще очень сильно изменился. Стал очень плохой, но мне, в общем, не нравится. То есть в оригинале видео очень... Мне нравится, как оно выглядит. И, в общем, я выгружаю в эту программу у меня видео. И у меня он сразу как-то автоматически меняет цвет. В общем, я потратила этот весь день. У меня ничего не вышло. Если кто-то знает, если кто-то мне может помочь, напишите, пожалуйста, какую программу скачать. Я прям расстроилась сильно. Такой цезарь был вкусный, красивый. Я там еще на тему рассуждала на одну, и там девушке отвечала. Давно у меня не было таких нервных срывов. Просто какая-то полоса, все ломается. То видео не загружается, то еще что-то. То звук портится. То качество. Ну, то еще в других сферах. Тоже все ломается. Понятно, что все пройдет. Я, кстати, завела телеграм-канал. В описании будет ссылка. Если кому-то надо, интересно, возможно, буду туда выкладывать анонсы, что я ем. Какое следующее видео? Может, просто что-то вообще из жизни. Да все, что угодно. Что в голову взбредет. Можете туда написать по поводу программы для монтажа. Такое простенькое, чтобы я разобралась. Ну, то есть у меня есть видео, все равно. Ну, либо вот монтированное, но с плохим видеорядом, качеством. Либо не смонтированное, но там... Сука, расставала. Ну, два. Ладно, два раза. Потом что встаю, дверь закрою. То телефон отнесу. Возможно, даже что слышно, как я там ору. Хотела ответить на один вопрос. Пол Джи. Спасибо за то, что снимаете. Какие любимые книги, блюда, какая ваша личная философская жизнь, что для вас важно? Как провели время от 20-30? Может быть, есть какие-то интересные выводы? Так, ну про книги. Я отвечала, да? Любимые. Нет у меня любимых. Берусь за книжку по наитию. Ой, это хотелось и... Читаю. Антиутопии больше всего.
Ну да, например, ну антиутопия же тоже там. Если настроение плохое, в общем, лучше антиутопию мне не читать. Например, это с последнего такого я читала еще. «Вино из одуванчиков», например. Оно мне очень, ну, такое легкое, летнее такое. Мне успокоиться помогло, что ли. Ну, когда было плохое настроение, я его читала. Как-то она мне... Недавно читала. Ну, пару месяцев назад. Сейчас просто детскую психологию. Блюдо. Любимое блюдо. Просто сказать, что я не люблю. Особо любимое, это, конечно, паста и пицца. Вообще мучное люблю. Хлеб. Пасту и пиццу я бы каждый день ела бы. Ну, закусываю, естественно, какими-то овощами. Без них тоже день не проходит никак. Салатом. Соус песто обожаю. Могу его с варениками, с пиццей, с бутербродами. С пастой. С кассадилью. Все что угодно. Вообще все люблю. Нет, ну есть что я не люблю. Не люблю тыкву. Как-то в сыром виде еще нормально. А вот запеченным и вот суп из тыквы мне почему-то не нравится. Ну, я могу как бы ложку съесть, но мне не нравится. Не люблю цветную капусту, брюссельскую капусту. Что еще? А что-то еще не люблю. Я как бы все могу есть, но есть вещи, которые мне просто... Ну, могу съесть, но я не получу удовольствия, и как бы смысл у меня съесть. Какая для вас личная философия жизни, что для вас важно? Философия жизни. Наверное, каждый... Для меня важно очень личное пространство, да? Так для меня очень это важно. Личные границы. Считаю, что... Человек может делать все, что он захочет и как он захочет, только не нарушая личные границы другого человека. Наверное, это глобально, если. Блин, я уже наедаюсь. Как провели время от 20 до 30? Интересные выводы. Да по-разному. 10 лет – огромный разброс. Пришла к осознанию. Чем больше знаешь, тем больше сомневаешься. Тем больше у тебя загонов появляется. Немножко кусим. Да всякое было.
И радость, и слезы, расставание, и депрессия, и панические атаки. Все постоянное, временно. Вот. Главное — осознанность. И с осознанностью, наверное, еще приходит, что ты перестаешь задавать вопросы, почему так со мной поступили. Почему они так ко мне злы, или почему этот человек так со мной поступил, я этого не заслуживаю и так далее. Ты, наверное, начинаешь задавать вопросы, а почему я выбрал именно это? Почему я выбрал этого человека? Почему я постоянно выбираю этих людей? Почему со мной это произошло? И тогда страдать от того, что вот с тобой как-то плохо поступил, и ты этого не заслуживаешь, это вот, наверное, пропадает. Потому что ты разбираешься и перестаешь делать те же самые ошибки, выбирать тех же самых людей, ходить, выбирать те же самые ситуации. Считаю, что ко всему нужно, ну, что это очень главное. Вообще осознанность — это, я считаю, такое база духовного развития. Ну все, я наелась. Благодарю всех за просмотр. Всем чао, какао.